Тематическая выставка «Дорогами войны», посвященная Дню Победы, открылась в Измаильской картинной галерее 6 мая. В экспозицию вошли произведения из фондов Измаильской картинной галереи, живопись, графика, скульптура. Экскурс для первых посетителей, школьников первой школы, провела замдиректора областного центра эстетического воспитания Людмила Евдокимова. По признанию Людмилы Николаевны, для нее было важно, чтобы правда о войне дошла до сердца каждого школьника. Открытие выставки сопровождал замечательный концерт. Начали его юные пианистки, воспитанницы педагога ДМШ номер 2 Ирины Долинской, Алина Макарова, сестры Маша и Галина Севцова, Катя Чуприна. Не оставили присутствующих равнодушными строки стихотворений Шефнера «Зеркало» и Юлии Друниной «Зинка», которые прочли учащиеся первой школы Карина Заяц и Анна Зискель. Продолжила программу «Песни рисуют мальчики войну» в исполнении Ксении Дорошенко. Композицию «Жди меня» исполнил хореографический ансамбль «Престиж». В роли ведущей и весьма успешно выступила журналист измаильского телевидения Татьяна Дричук. Завершил концерт вокальный ансамбль «Мелодия Дуная», который вышел с новой символикой праздника «Красными маками». Попурри военных песен зал слушал стоя. В принципе, остается констатировать, что тема войны для школьников была раскрыта. Наталья Михайлова, веб-студия «Курьер».